Немного утренней росы. И капельку волшебства единорога. Где бы мне пробовать действие эликсира? Я сегодня приготовил очень вкусное печенье. Илья, идем пробовать! А где Илья? Вы его не видели? Вкусное печенье. Ого! Где это я? Эй, мисс Флаффи! А печенье-то волшебное! Господа пираты, а вы здесь маленького мальчика не видели? Вот такого. А ты посмотри в полоске. Нет, моего там нет. Ну ладно, поищу в другом месте. Теперь ты выглядишь очень-очень красивым. Крой, забери меня отсюда! Смотри, что она со мной сделала! Конечно, заберу. Для этого нужно съесть волшебное печенье, а? Я больше не могу. Ну ладно, тогда съем я. Держи меня за руку. К нам прибыли новые участники гладиаторских боев. Это он про нас? Ты видел, какое у них оружие? Доспехи! Доспехи ты же видел! Нам нужно срочно вернуться домой, и я знаю как. Печенье есть. Не будет. О, смотри, там фургон. А давайте его спросим дорогу домой. Фургончик Делла! Привет, Делл! Помоги нам найти дорогу домой! У меня есть отличное средство для возвращения домой! Попробуйте мой фирменный коктейль! Ну что, рискуем? Наконец-то мы дома!
Это были игрушки из мультфильма Playmobil фильм. Здорово! Слушай, Рой, где ты взял это печенье? Друзей надо угостить. Да, я бы тоже своих друзей кого-нибудь туда бы отправил. А где тебе больше всего понравилось? Там, где не надо было есть печенье, где были эти гладиаторы. Ох, мы там обижали сильно. Да я... Мне понравилось, когда мы пили этот вкусный-вкусный сок. Вот этот? Да. Ребята, я уезжаю. Скоро у этого замка будет новый владелец. А я желаю вам всего самого-самого лучшего. Нам было весело с вами. У-у-у. Пока!